Ну что, Загреб, четвертая часть. Посмотрите на этого человека. Взял с собой бутылочку с водичкой. Мила, а ты что-то там прессу нашла какую-то? Мы вышли на улицу. Она закрыта от движения. Здесь не ездят машины. Здесь кафе, магазинчики. Такая прогулочная улица. И тут очень красиво. Правда, еще так рано, что еще многое закрыто. О, Мила увидела уже горку, поскакала. Какая красивая улочка. Вот в этом храме мы вчера были с Милой. Здесь. Пока никого нет, и тихо. Вчера, когда по этой улочке гуляли, этого не было цветочного рынка. А сегодня, вот посмотрите, какая красота. Весна, весна. Мила там себе тоже. Милочка! Красота. Они просто здесь любят на подоконничках высаживать цветы, вот веночки. Из пушистиков. А мы вот купили вот такой мешочек лавандовый. И здесь вот тоже и масла. Какие-то кремчики. Знаете, что мне нравится? Что возле каждого подъезда стоят урны, вот такие вот баки, и там раздельно нужно мусор выбрасывать, сортировать. Вот здесь стоят, под каждым подъездом. Мила пошла чинить фонтан, помогать. Чуть-чуть атмосферки. Тесно в коляске, он начинает путешествовать уже по коляске. Ну что там? Уже видно, что мы уже прошли весь центр города. Уже начинаются вот такие вот дома обычные, ну не старые, но уже не так красиво. А вот эти деревья, мне вчера девочка написала, называются платаны.
такой деловой мальчик на качельке катается. Сынок! Тебе нравится, да? Акимушка, что это происходит? Все на 4 раза. Вот так. Как тут красиво. Мила, тебя повяжут, иди сюда. А Мила там в кустах где-то вон. Почему они выдают? Забрала, да, все?